Смешная нарезка детей. Как называются... Так, фильмы с расчлененкой. Нарезки. Тут дерево пока добываю. Что, сделаем встречный этот видеоролик? Типа, всем привет, да? Да нахуй надо. Ассаламу алейкум. Просто так и записываю. Да. Так, я нам пока сразу хурюндили нарежу. Микрофон. Давай еще VR, а? О, нет, нет. Пока уже кибитку начальную делаю, стартовую. Буквально землянка, блядь. Ну, а нам хоть что-то, чтобы ночь пережить и при этом не обосраться. Мы умрем, но нам зато будет весело. Главное, чтобы было. Блядь! Сука! О, у тебя тоже. Мы даже запись не начали, блядь, а ты уже обосрался. Я начал. Блядь, подожди. Меня аж нахуй трясёт всё. Я аж не могу отпустить, у меня пальцы одервенели. Убогойся, убогойся, Вася, я сейчас в тёмной комнате. Прости, зайди, пожалуйста, мне страшно. Блядь, блядь, кто ты? Кто это? Кто мне в уши пердит? Блядь, да что это такое происходит? Знаешь, вот, блядь, теперь то, когда крафтится три двери, приобрело смысл какой-то. Чё в шахту будешь? Мама! Папа? Блядь, смешно тебе? Ты найдёшь? Титляна нахуй упала, блядь. Что это? Кто мне в ухо какает? Не надо. Пожалуйста, не трогайте меня. Трогайте Фрости. Information timeout. Кто мне... Неизвестно. Тихо. Возможно, подключиться к серверу. Кто-то говорит, что видит меня. Скажи, я у тебя тоже, блядь, как бы наебало. И мы попробуем прожить в этом мире 1000 дней. Да. Инфаркт. А в конце бы... Ты такой, здорово, да? Томас, о, Энтони, привет, как дела? А в конце мы посмотрим, какие доктор выпишет нам с Фрости таблеточки. Здесь сейчас ничего до сих пор не пугает. О, привет. Пошли в кибитку, быстро заходи внутрь. Некогда объяснять. Нужно замаскироваться. Мажься говном, мажься говном. Мажься говном. Успокойся ты. Спрячь свой запах. Пахло. У меня есть весело. Меч, но он не поможет. А она глубокая? О, летучая мышь. Как сказать? Довольно. О. Я... А ты? Сматываемся. Не, спускаемся ниже. Ладно. Искатели приключений, охотники на нечисть, погнали. Я там вижу уголь. Мы уже не первую серию так снимаем. Там летучая мышь, осторожно. Да это не страшно. Крипер сверху, главное, чтобы не упал. Он падает. Он упал. Он спал. Разберись с ним. Какого фига? Он на меня загрелся, разбирайся с ним. Молодец. Это ты сделал? Что это было? Где что-то, о чем? Что за лист? Ух ты же, ёб твою. Ты видишь это? Где говно? Человек-козёл. Я его слышу. Пугаешь меня, что тебя мог закукушить. Да тебя вроде ничего не слышит. Да ничего там нет, ты чё ты очкуешь? Я из этого угла больше отсюда не выйду. Я же говорю, тебя ничего не пугает.
Я это говорил, потому что... Понимаешь, я сначала видел какую-то херню вдалеке. Слышишь это? Что? Слышал? Ты о чем? Нет. Больше в этом отношении не стоим. Давай дождемся утра, я не хочу здесь больше быть. А, это там эндермен в лесу, все хорошо. Это прекрасная идея. Я назад, я все. Я пойду посмотрю. Мне сказали, что кто-то видит меня. Я не хочу выходить. Ну, если кто-то видит тебя, никто тебя не видит. Мне никого, мне кто-то ничего не сказал писали. I see you. Я, кстати, тоже видел какой-то взгляд. Я какой-то глаз видел. Я... Ой, маленький зомби. Маленький зомби. Так, как его вообще? Не знаю. Не надо. Отвали. Допустите меня. Я на рефлексах. Мне говорят срубить дерево. Я рублю дерево. Руби, руби. Так, я какую-то херню тогда видел. Твою мать! Я не хочу! Что ты видел? Вот бежит сюда! Вот бежит сюда! Где Бойки? Где камень? Где Богдан? А! Что, он меня сквозь стену ударил? Твою мать! Твою мать! Твою мать, Фрости! Фрости, он пытается пробиться! Он пытается пробиться в дом! Я его вижу! Я роюсь под землю! Я под землей! Не смотри на него, если посмотреть, он начнет с тобой охотиться. Я на него посмотрел, это плохо? Да. Богдан. Он, кажется, ушел. Нихуя. Он прекратил... Ой, Богдан. Ой, я слышу. Богдан, Богдан, ты меня опять... Кто это? А это ты? Let me in. No. Мажься. Кто рискнет выйти? Богдан, богом дан. Богдана нет. Все нормально. Блядь, идите вы нахер! Идите вы нахер! Падла! Забери его душу! Ой, а как это? А как это? Троглодит? Не-не, все нормально, Фрости, все хорошо. Если это просто звуки. Хотя не, на мужика. Нахуй овечек, нахуй сон. Мы будем хардить. Он здесь. Улюлюк. Он исчез. Улюлюк. Такое ощущение, что он маскируется под животных, блять. А куда в животные все пропали? Я всех перебил. А, хорошо, ладно. У меня волосы на ногах дыма встают сейчас. Блять, это Катя! Сука! Я уже топором хотел чесать. Я его вижу. Он видит! Катя, ты не с нами. Пошли. Войны Адема. Вперед! У меня музыка в голове играет. Там большой паук. Это Крампус вроде. Подожди. Ути какой. А что он делает? Подожди, он сказал Катя? Блядь! Защита! Защита разрушена! Почему он на меня пошел? Где он? Катя. Боже, сзади Катя! Он где? Кто меня бьет? Он меня украл! За краем! Край нет! Спасите! Край. Он меня в пещеру куда? Утащил! Куда? Я не знаю, я ничего не знаю. Ой, он тебя убил, и ты пропал. Я все, ребят, я все. Я его больше боюсь. Ну а на этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свое мнение в комментариях. Также делитесь этим видео с друзьями. Все это помогает продвижению моего канала и улучшению качества новых видео. А данную сборку вы сможете найти на нашем Discord-сервере, ссылка на который в описании. На этом все. Всем удачи и всем пока, народ. Пока-пока.